Все великие моменты нашей истории начинались с мечты. Каждый смелый шаг вперед делали те, кто был готов на все ради него. Мы оставили позади свои семьи, дома, саму колыбель человеческого рода. Кого-то манили открытие, жажда неведомого. Кто-то хотел начать все сначала. Но каким мы бы ни были причины сегодня, мы делаем первые шаги к новому будущему для человечества. Сегодня наша мечта начнет становиться явью. Наступил 2185 год, и с ним человечество вступило в золотой век межзвездных путешествий. После открытия древних руин на Марсе, наши знания науки и технологии подтолкнули нас в развитии вперед на тысячи лет. Многие обрадовались новообретенной свободе и стали исследовать Млечный Путь, но были те, кто устремил свой взор к еще более далеким звездам. Для сотни тысяч искателей приключений, отправившихся в путешествие, в один конец будущее начинается здесь. Mass Effect Andromeda. Года спустя. Время. День 0, час 0. Ковчег Гиперион. На борту 20 тысяч человеческих колонистов. Галактика Андромеда. Место назначения – жилище 7, скопление Эллея. У нас получилось. Вдохни поглубже, не спеши, помедленнее. Я уже 600 лет как никуда не тороплюсь. Райдер Сара, специалист по разведке, отряд первопроходца. Отряд первопроходца, вот как? Те, что ищут для нас дом? А можно переспросить чем-нибудь тропическим? Теплый океан, лето, круглый год. Может, сначала угостим ее кофе? В процессе отбора инициатива Андромеда оценила тысячи потенциально обитаемых планет в галактике. Сара Райдер, давайте осмотрим. Посмотри сюда. В скоплении Лея мы обнаружили необычно большое количество потенциальных кандидатов, золотых миров. Оно и стало нашей целью. Вам выпала честь попасть на первую волну ковчегов, летящих к Андромеде, новому дому для человечества. Легко сказать, а? Где легко, там скучно, мы ответим. Я рассчитываю на приключения, прежде чем мы осядем. Тогда стоит приготовиться, это желание может сбыться. Да? Теперь сюда. Первопроходец хочет, чтобы все было готово немедленно. Он сказал, выступаем через час. А куда? Понятия не имею. Но это пахнет приключениями. Но пока все в порядке. Последняя процедура, и ты сможешь отправиться в путь. Давай испытаем твой СМ-имплант. Сэм, показатели есть? Сэм, ты работаешь?
Да, доктор Теперо. Доброе утро, Сара. Как себя чувствуешь? Полный порядок. Готовы выполнять задание? Я чувствую повышенный уровень адреналина. Нейроимплант работает нормально. Без кофе никаких космических исследований. Так, все готово. Ты можешь идти. Правда, может, ты захочешь задержаться, пока мы будем твоего брата? Видеть рядом знакомые лица приятно. Не нравится мне этот звук. Ой, куда это? Что за гравитация? Держись. Инженерная палуба, доложите. Проблемы с гравитацией в криоотсеке. Я почти внутри, держитесь. Там кто-то говорит. Это Кора, я в криоотсеке. Приготовьтесь к сбросу. Все целы? Кажется, да. Что случилось? Точных данных нет, датчики барахлят. Рад видеть тебя на ногах. В прошлый раз, кажется, беседовали давным-давно. Говорит первопроходец. Всем командам проложить приготовление Кора. Райдер, жду на отсеке. У нас тут проблема. Это Скотт Райдер. В чем дело? Я не знаю, нужно проверить. Похоже, какой-то всплеск энергии попал по стазис-модулю. Какое состояние? Провожу диагностику. Здорово, друзья, с вами Терминатор. Мы начинаем проходить Mass Effect Andromeda. Блин, диалоги быстро идут вообще, я читать почти не успеваю. Поговорим с этим доктором. Сара, с братом все хорошо? Жизненные показатели в норме, но выход из криостаза приостановлен. Мне не нравится, мне как это звучит. Не переживай, просто процедура займет чуть больше времени. Сэм? Не могу подключиться к импланту Скотта, но его пульс с дыханием и мозговая активность соответствует норме. Если не хотим столкнуться с проблемами, его следует поддержать в медикаментозной коме, чтобы его тело поправилось естественным путем. Все с ним будет хорошо. Приятно это слышать. Спасибо, Лекси. Держи нас в курсе. Райдер, я подожду у двери, скажи, как будешь готова. Подожди, это тебя Лекси зовут? А нет, или тебя Лекси? Ты доктор Теперо. А ты кто? Техник какой-то. Ну, я... В первую Mass Effect играл, наверное, всего час максимум. Во вторую я вообще не играл. В третью я играл тоже где-то час, наверное, максимум. И все. Рад видеть, Райдер. Прости, надо было мне выпить кофе. Ну и пей свой кофе. Мы выбрали Сару Райдер. Можно было выбрать Скотта Райдера. А можно было создавать персонажа. Но создавать персонажа это муторно, я не очень хочу, поэтому я выбрал готового персонажа. В чем дело? У нас перегрузка. Черт! Что происходит? Все ломается. Что-то взрыв какой-то произошел. Эй, здесь, наверху. То, что попало в ковчег, все поджарило. Нужно уравновесить потребление энергии. Но мы не знаем, в чем проблема. Райдер сможет найти. У нее есть сканер. Скорее, Райдер, найди причину. Сделаю. Сделаю. Я постараюсь получить показания второго контура. Так. Сканер Г. Это оборудование работает нормально, говорит мне Сэм. А вот это? Нет никаких признаков, что здесь сбой. Тоже нормально работает. Реле 2С повреждено скачком температуры 2С. Обнаружено испорченное реле. Райдер, ты сможешь разобраться? Наверное. Сейчас мы взломаем терминал или что это такое? Консоль. Взломаем консоль. Готово, теперь должно работать.
Система восстанавливается. Работает! Показатели в норме. Все вот и хорошо. Мы могли бы потерять всех в криотеке. Да хрен там было, пока я с вами, мы никого не потеряем. Отлично, Райдер. Теперь можно ехать. Куда мы едем-то? Открываем эту дверь нашу. Мы на каком-то корабле находимся. Ковчег Гиперион называется. Ну и дела, только прибыли в Андромеду и уже во что-то вляпались. Приключения начинаются. Не уверена, что твой отец посмотрит на это так же. Давай, веди нас на мостик. Типа я главный человек самый. Просто мне говорит, веди нас, чини. Мы дрейфуем. Управление не работает. Главная задача — прекратить эти перебои. Основное питание отключено. Мы используем резервы, капитан. Надолго их не хватит. Где мы находимся? Определить невозможно. Сэм, можешь определить наше местоположение? Пытаюсь настроить. Массив... Алек, пожалуйста. Пусть мы... Капитан, алгоритм расписан четко. При отсутствии связи с Нексусом или другими ковчегами мы должны двигаться к намеченному для нас золотому миру, к земле под ногами. Если она тут есть, никто не знал, что мы попадем в энергетическое облако, и мы точно не уверены, с чем столкнулись. Алек, мы должны оценить повреждения, чтобы не навредить себе еще сильнее. У нас 20 тысяч спящих пассажиров на корабле. Не будем лишать их шанса проснуться. Разве можно ее винить? Вот Кора, белобрысая такая. Ну, она у нас капитан, она принимает окончательное решение. Ну, он может. Речь не о том, за кем останется последнее слово. Да, сэр. Мы прошли. Боже мой. И это наш золотой мир? Это жилище 7, новая земля, если нам повезет. Сканеры дальнего действия показывали, что она в зеленой зоне. Идеально подходит для заселения людьми. Ничуть не похоже. Кстати, синяя планета красиво выглядит. Мы не можем сейчас сдаться. Выглядит не очень. Давайте нажмем выглядеть не очень, потому что она мне тоже чуть не нравится. Отсюда все выглядит очень рискованно. В данных со сканеров не может быть ошибки? Хороший вопрос. За 600 лет что угодно могло измениться. Сэм? Излучение от природного феномена мешает нашим датчикам. Мы в безвыходном положении. 20 тысяч пассажиров. А когда электропитание закончится... Мы должны быть уверены, что здесь безопасно. А если нет? Как первопроходец, я должен найти альтернативы. Меня это мы учили. Но если все... Мы уже дома. Ладно, только быстро. Харпер, остальных членов отряда уже должны были разбудить. Да, сэр. Вот же упрямец. В нашем роду все упрямы. Наверное, у меня научился. Главное, чтобы он знал, что делать. Чудесного спасения нам ждать неоткуда. Мне нужен график починки сенсоров. Без них мы ослепли. Брат расстроится. У всех райдеров адреналиновая зависимость. Это у нас в крови. Я родилась на минуту раньше брата. И постоянно ему об этом напоминаю. Не переживай, Скотт точно выкарабкается. Да, и потребует от нас рассказать все интересное. Ага, так что пойдем.
Точно, шлем нужно захватить. И, наверное, надо перед выходом остановиться. Чего? Это старый пример твоего отца. Мне дали костюм. Теперь я вон в каком костюме. Отлично, отлично. Чё это? Прошу прощения. Я музычку выключил. Ладно, берем оружку или что это? Шлем? Ну тогда все. Первопроходцу нужно оружие. Я открыл оружейный шкафчик. Ожидаем. Предосторожность, пожалуй, возьми оружие, Райдер. Побежали за моим оружием. Подстраховаться не помешает. Кто знает, вдруг пригодится. Теперь пошли к челнокам. Челнокам. Наверное, будет правильно. О, пистолет. Стрелять я здесь что-то не могу. Убрать оружие. В. Убираем оружие. Будем без пистика ходить. Ну что, готовы? Мы сканировали Андромеду. Все было чисто. Откуда же такие перемены? Оттуда. Выходим. Доктор Карлайл, Карлай, разве вы не нужны на ковчеге, учитывая обстоятельства? Первопроходцу понадобится цель. И если там наш новый дом, то я с радостью на него взгляну. Я тоже. Если это то, что мы, на что мы надеемся, то момент войдет в учебники истории. Я уверен, что Райдер-старший возьмет на себя. Ну, команда, всем приготовиться, скоро отправляемся. Мы раздали оружие, как было приказано. Нам нужно еще что-то знать. Разумно, исходя из ситуации. Без кота нам будет не хватать рук. Я знаю, что произошло. Твой брат сильный, он справится. Надеюсь. Спасли 600 лет, спали 600 лет, и он умудрился проспать. Ты же его знаешь, он Соня. Только не раскисай из-за этого, надо собраться. Да, сэр. Ты мой батя. Мама бы гордилась вами обоими. Так, команда, слушайте меня. Я отобрал вас в отряд первопроходца не только за таланты и азарт. Вы все мечтатели, как и я, сам. Мы собираемся исследовать неизведанное, найти край света и заглянуть за него. Когда люди оглянутся из будущего, а они обязательно оглянутся, то увидят, что мы не сдались. Мы не отказались от своей мечты. Что наши первые неверные шаги в Андромеде были началом всего, что они знают. У нас только одна возможность стать первыми. Так что идем творить историю. Я ждал этого 600 лет. Эй, почему ему автомат дали, а мне пистолет? Ковчег Гиперион, это челнок 1. Переходим на ручное управление. Челнок 2 следует за вами. Удачи, отряд первопроходца. Ого, вы только посмотрите. Что бы это ни было, оно остановило Гиперион. Полагаю, это нестабильная масса теплой энергии, темной энергии. Как скажешь. Держитесь подальше. А я могу ходить? Посмотрю, можно ли с этим бороться. Может, Лук скажет спасибо. Выходим на крейсерскую скорость. Райдер, во Млечном Пути мы с тобой не были знакомы. Я Лиам Коста, специалист по безопасности. Рада познакомиться, Лиам. Трудно поверить, что мы это делаем.
Это круче, чем в рекламных брошюрах. Начинаем торможение, планета прямо по курсу. Держитесь, входим в атмосферу. Поехали! Автоматика отказывает. Пройдет. Управление меня не слушается. Сменить вектор подхода на 3 градуса правее. Ух ты, куда-то мы падаем. Боже. Челнок 2, вы это видите? Отсюда не очень. Похоже на золотой мир. Уровень ионизации растет. Оставайтесь в курсе дела. О, а это та планета? Мне казалось, у нас все разведано. Ух ты, какие-то камушки летающие здесь. Это точно, высокоразвитая техника. Гиперион — это первопроходец. Мы обнаружили следы инопланетной цивилизации. Нас заметили? А что если нам не будут рады? Действуем по регламенту, контакты не применяем. Силу, пока враждебность не будет очевидной. Ой-ой-ой, у нас проблемы. Что-то все ломается, как обычно. Через жопу опять случается. Почему нельзя нормально приземлиться? Нет, надо именно опять все ломается. А-а-а, я куда полетел? Фак! Да, это я. Ё-ё-ё-ё-ё-ёй! У тебя барахлит что-то там. Почини его! Почти достигнута предельная скорость. Сэм! Ух ты, ё, куда мы упали? Какие-то летающие камни, что это такое? Технология, это сказали. Инопланетная высокоразвитая технология. Говорит Райдер. Сэм, Гиперион, кто-нибудь меня слышит? Не трать силы, Райдер, с Сэмом связи нет. Передатчику конец. Удивительно, как мы еще целы. Выжившие есть? Остальные выжили? Я не знаю. Все было слишком быстро. Челнок развалился. Надвое. Просто кошмар какой-то. Да, это точно не наш новый дом. Наверное, придется поискать возвышение. С него посмотрим, выжил ли еще кто-нибудь. Ну пошли. Райдер. Да, было непросто. Ничего безумного, но... Похоже, безумие само на нас нашло. Там камни плавают в воздухе. Терра инкогнита. Ладно, друзья. Было такое вступление по игре. Вы задолбал болтать, да я попрощаюсь с людьми. Было такое вступление по игре, первая часть. Мы разбились. На какую-то планету приземлились. Да ты заколебал меня, да я попрощаюсь с людьми. Где нахер тупой нигер? Короче, это было вступление по игре. Надо быстрее прощаться, а то он сейчас еще опять заговорит. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.